Давай, конечно. Ну и что теперь, надо что-то собирать? Что собирать будем? Дом. Какой дом? Большой. Ну давай, начинай. Надо сюда это поставить. Кстати, где наш поезд? Я не знаю, собирай теперь. Ты умеешь вообще собирать что-нибудь? Да. Что? Вот это, просто... Дом? Нет, это не получится, надо сверху. О. Вот это сюда. А теперь мальчика туда поставь сверху. Здесь будет командовать. Здесь будет командовать? Парадом? Или чем он будет командовать? Нет, ничего. Нет, это ничего. Привет, Ваня! Можно я буду порадовать кого-то? Парада, можно? Да. Да, можно. Можно мы вместе будем порадовать кого-то? Парадом. Я буду дым. Я буду дым. Я же буду дым. Какой дым, Ваня? Что ты придумал? Никакого дыма здесь не будет, потому что я в зеленой кепке. Будет... Я буду здесь стоять. Сильный метеор. И смотреть за тем, чтобы не было дыма. Вот. А здесь будет стоять мой друг зайчик. Здесь будет стоять. Ребята, послушайте, почему вы заняли мое место? Уходи, малыш, оттуда, это мое место. Может, поменяем. Зачем ты убрал меня? Я маленький малыш, хочу там стоять. Она маленькая. Она маленькая. Сейчас я разберусь с вами, что у вас здесь несправедливость. Но, ребята, не деритесь. Ладно, а вы пока там ссоритесь, а я строитель. Я буду строить дом. Строить дом. А где будет дым? Опять будет дым. Нам не подходит дым. Это я вам говорю. Начальник поезда, машинист. Нужно проверить пожарную безопасность. У вас есть документы на разрешение этого строительства? Есть? Да. А где они? Дома. Они подписаны у пожарников? Дома есть. Да я ее забыл. Забыл? Дома. А ну посмотри, дома. Есть там документы? Вот. Давай. Так, что у нас здесь? Так, у вас разрешение неправильное. Но можно по-хорошему решить этот вопрос. Деньги есть? Да не кричите! Давай! Спасибо. Так, все, отлично, у вас порядок. Можете строить дальше свой дом. О, собачка. А ты собачку забыл покормить? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, мам. Ты забыл покормить собачку. Да, а вот идет строитель к тебе. Возьмите. Товарищ президент, этот чемодан. Можно мне теперь там деньги? Можно мне теперь дом строить? Не кивайся. А ну проверьте, что там. Не кивайся. Можно мне строить дом теперь? Да. Отлично, спасибо. Начинаем строить дом тогда. Мы быстренько его построим. А контролировать будет собака. Контролировать? Да. Будет смотреть и контролировать собаку. Здесь будет мальчик. Мальчик. А где будет здесь стоять? А вот кусок поезда. Да. А здесь будет... Так, здесь будет... Есть. А здесь будет стоять бак.
стоять бак. Там будет стоять мусор. Мусор будет стоять. Там будет лежать мусор. Отлично. А здесь? А это ферма. Ферма? Давай ферму потом уже будем строить, да? Вот мы дом построили. Или в таком доме невозможно жить? Да. Надо строить хороший дом, да? А здесь будет дым. А там будет идти дым. Да. А здесь можно сказать... О, идея, можно делать гараж. Гараж? Да, делать. Идея. Всё, давай делать. Давай. Да, разбивать всё. Разбирать опять и строить гараж? Да. Ну хорошо, давай. Давай потом будем строить гараж. О, разбил. Да? В следующем видео строим гараж. Да. И не забудьте, что? Подписаться на наш канал. Чтобы не пропустить ничего нового. Или увидеть много старого. Пока!